по поручению главы Дмитрия Ильича Волкова провели внеочередное заседание КЧС. И одним из вопросов была подготовка к отопительному сезону 24-25. Послушали доклад профильных структур, послушали ресурсоснабжающие организации, владельцев котельных и всех организаций, которые поставляют тепло и горячее водоснабжение нашим жителям. Мы указали коллегам на те упущения, которые допущены в их работе, оценили ту работу, которую они провели, и вместе с коллегами проговорили планы по подготовке, так как к 15 сентября все объекты теплоснабжения должны быть готовы к отопительному сезону. На сегодняшний день у нас порядка 80 котельных. 53 котельные – это котельные нашей муниципальной Красногорской теплосети. Остальные котельные – это котельные частные. Мы четко рассмотрели и поставили все задачи данным предприятиям, в частности, как котельная РЖД, котельная БИЦЕМА. Определили четкие графики проведения гидравлических испытаний, плановые предупредительные работы, чтобы под контролем Красногорской теплосети и под контролем администрации данные объекты были подготовлены к отопительному сезону. Только после того, как мы убедимся, что да, тепловые сети испытаны на прочность, на плотность, мы подпишем эти акты, и мы будем тогда уверены в том, что данные котельные готовы к сезону. Мы должны быть убеждены в том, что наш житель в отопительный период будет с теплом.